Всем привет! В лифт иди, тут София, номер телефона. Вот это вверху. Ага. Тут разные, их много. А где кнопка вызова? Дежурная. Это реверс. Звонок, вот. Стоп. Звонок. Ага. Мне кажется, на улице с каждым днем все жарче и жарче, да, София? Нет. Я сегодня в окно на 9:30 открыла утром и вот так закрыла. Там такое пекло. Ну, не представляю, что вчера было. Там, мне кажется, каждый день нет, такое. Нет, вчера еще было жарче. Немножко купили лекарств. София что подкашливает. Или от аллергии таблетки, сироп от кашля и капли промывать нос. 900 гривен чем-то. Цены капец. Подержу. Да, я в корзину положу. Ну, давай в корзину. Так, ой, зелень какая красивая, свеженькая. Лохрина. 149. Дыни уже по 3,4,90. Я покупала тут дыню, очень вкусная. Арбуз. Может, Софи арбузика взять? Ой, я их забираю, девушки. Тут две коробочки мои. Мы вернулись до дома. Взяла Мики у того корма, что она ела вчера. На развес. Софии сироп взяла. 301 гривна. Аквамарис. Носик промывать. Никсар. Кто страдает аллергией, советую таблетки Никсар. Даже дают животным. Они не сонники хорошие, только дозировку смотрите разную. Есть 20-ка, есть 10-ка. По возрасту 10-ка, да? Детские 10-ка, да. 10-ка детские, а 20-ка. София уже 20-ку начала пить. А до этого пила 10-ку. Она вчера... Что-то вчера выпила. Цитрина, она говорит, это кошмар. Спать хочется. Такое, говорит, состояние ужасное. Никсар, это нам аллерголог выписывала. Хорошие таблетки. Женя тоже ж у меня аллергик. И он тоже дома пьет. Почем они? Три пластинки я взяла. Ну, упаковку. 475 гривен. Так. Взяли хлебушек, батон, яйца, 20-ка, по 27 чем-то. Потом София попросила лохину, вот это вышла корзиночка на 96 гривен. Пусть есть витамины. Просила, говорит, купи мне напиток. Я говорю, София, я вчера сварила целую кастрюлю на этого. Компота. Квас есть, компот с абрикос. А я не удержалась, взяла себе снова полдыньки. Полдыньки. Потом микуськи, мякоть, говядины. Говядина по 279. Вот это на 273 гривны вышло. Мякоть. Да, Микуська, тебе взяла. И взяла филе, вот это домашние курочки, на 112 гривен вышло. По 119. Отбивные Софии сделаю сегодня. Просила отбивнушек. Только пакет большой взяли, ну ладно, пригодится. Тебе лохины помыть? Угу. Так. Думаю, мясо разделить на два раза, сварить. Сейчас яйца уберу. Девочки, какая вкусная дыня. Тот раз покупала полдыньки. Вкусная. И это вкусная. Сладкая-присладкая. Кто любит дыни, покупайте. Сезон как раз дынь. Арбуз еще, правда, не пробовали. Фух.
Фу, это я остужаюсь, с меня уже 100 потов сошло. У меня был день уборки, убирала, пылесосила, полы мыла руками, все вымывала. Сейчас буду готовить. Я думаю, не, пока поубираю, пока есть свет. Мне же пылесос надо был. А готовить есть газ. Можно готовить и так. Думаю, чистенько. Красивенько. Все хорошо. Жденько перекушу и буду отбивные жарить. Жара. Жара неимоверная. Дождя и не предвидится. Софийка почти пол этой коробки съела. Я так пару зернышек попробовала. Мне больше дыни. Я дыню стою ем. Не могу насладиться. Такая вкусная. Прям до шкурочки доедаешь и сладкая. Такой молоток классный тоже. Прикольный. Раз, раз и готово. Я куриное мясо отбиваю, вот филе куриное, с двух сторон не отбиваю, с одной. Если со свинины делаю, с двух сторон отбиваю. Тут еще вот такая. Телефон падает. Не, вот этой хорошо. Красота. Красота. Очень удобно. Я в длину не распускала, поперек порезала мясо. Пленка слепилась. Ладно. Кляр, девочки, спрашивайте, как кляр готовлю. Я раньше делала прям кляр, а сейчас нет. Вот яйца взбиваю, посолила, поперчила их. Вот яйца взбила. И добавлю сюда немножечко майонезика. Ну, Софийка, у тебя такой кашель, ужас. Все. И отдельно муку подготовлю, буду там обмакивать. Можно, конечно, и сюда добавить муку, а потом просто макать. Можно и так. Ну, не знаю, я сейчас не делаю так. Я отдельно яйцо, а потом мука. Так, наливаем маслечко. Мукичку он просеяла, мука готова. Так, тарелочку взять. Тарелочку выкладывать отбивнушки. Сначала макаю в муку, потом в яйцо и жарю. Мука. Так струсила лишнюю в яйцо и на сковородку. Когда в муку обмакиваешь, яйцо лучше держится на мясе. Не так стекает.
Такие красивенькие получаются. Эклер не очень толстый. Ну, такой тоненький. Вторая партия жарится. А я поставила лампу заряжать. И что-то она долго очень заряжается. Она должна перестать мигать. Она уже полдня стоит. После каждой партии вот поджарится, девочки, я потом вот эту пенку, вот это все убираю вот так салфеточкой, чтобы не горело сильно. И так масло часто не надо менять. Вы раз вот весь нагар все поубирали. Сейчас я еще раз пройдусь, уберу. И в следующий раз уже масло чистенькое. Вот еще раз хорошо по бокам прошлась. Все. И можно дальше жарить. Вот столько отбивнушечек получилось. А фейка уже поела. Я не хочу. Я дыни наелась, что мне есть не хочется. На кухоньке порядки навела, все помыла. Пока все мыла, сковородка остыла, тоже помыла, чтобы долго не стояла. Когда оно стоит, оно потом запах то собирается. Все у меня чисто, чистота и красота. И сейчас я, наверное, пойду приму душ и буду читать книжку. Кстати, убрала ковер. Попылесосила его хорошо и в трубочку закрутила и убрала. Жарко прям. Тут оставила. Пусть будет. А тут я говорю: София, давай уберем. Она говорит: давай. Потом там в гардеробной порядке. Еще в гардеробной надо доубирать. Еще там чуть-чуть на полочке. На одной, на двух не поубирала. Эта коробка у меня с чемодана. Короче, я ее выброшу. Не надо. Она мне много места занимает. Вот. Вот так. Девчатки. Сейчас приму душ и буду читать книжку. София рисует картину. Девочку. Эту девочку рисует. Такая красивая получается. Молодец, Софийка. С которой мы живем. Так что буду читать. Я уже чуть-чуть начала. До 42-й странички-то читала. Хочу это... Да, 42-й. А что это такая за симпатюлька у нас тут лежит? А? Что это за симпатюлька? Что это за девочка? Скажи, мам, что это ты принесла? Лежит, наелась. Я ее только покормила. Тоже поела. Что это за девочка такая? Знаешь, сколько мне в комментариях написали таких юриков у людей? И не один, и не два, аж три есть. Вот так. Вот так, милашки наши любимые. У меня сегодня такой план максимум. Поубирала хорошо, кушать приготовила. Но еще в гардеробной надо убирать. Дай бог, чтобы свет не выключились. Выключать не буду. Ну, завтра сделаю. Завтра мне ничего не надо делать. Может, и не буду сегодня там убирать. Я вчера много сделала. Наверное, пойду приму душ и буду читать книжку, да? Самое лучшее. Лучше всего про монстров. Ну, там не про монстров. Книга не про монстров, это психолог. Психиатр пишет книгу, харьковская. Светлана. Я на нее подписалась в Инстаграм, кстати, вот буквально на днях. Даже не знала, это мне Аня сказала. И смотрю, там мои девочки-зрительницы тоже на нее подписаны. Мариночка, Рукас, я тебя там увидела. Вот. Все, да-да. Я с вами на сегодня прощаюсь. Ой. Всем пока-пока. Мы эту жару переживем. Все будет хорошо. Все. До завтра.